Благослови душе моя Господа, благословен еси, Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в воскресенье, за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 33 по 42. Послушаем это евангельское зачало в прочтении радиакона Свято-Троицкой Александра Невской лавры, отца Александра. Рече Господь притчу сию: человек некий бедомовит, иже насади виноград и оплотом огради его, и ископа в нем точило, и созда столб, и вдаде и делателем и отыде. Егда же приближися время плодов, посла рабы своя к делателям, прияти плоды его, и емши делатели рабов его, овага убабиша, овага же убиша, овага же каменем побиша. Паки посла ины рабы множеша первых, и сотвориша им такоже. Последи же посла к ним сына своего глаголя, усрамятся сына моего. Делатели же видишь сына реша в себе, «Се есть наследник, придите, убием его, и удержим достояние его. И емши его изведоша вон из винограда и убиша. Егда уба придет господин винограда, что сотворит делателем тем? Глаголуши ему, злых зле погубитых, и виноград предаст иным делателем». Иже воздадят ему плоды во времена своя. Глаголы им Иисус, несте ли членика лиже в Писаниях, камень его же не в ряду сотвориша зиждущий, сей бысь во главу угла, от Господа бысь сие, есть дивного очию вашею. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его ограду, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, содержат рассказанную Господом притчу о злых виноградарях. Эта притча была адресована в первую очередь первосвященникам и старейшинам народа. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Рассуди же, как велико было Божие попечение о них, и как непомерна их беспечность. Он сам сделал все, что надлежало делать земледельцам. Обнес ограду, насадил виноградник и все прочее.
а им оставил немногое заботиться о том, что уже есть, и сберегать порученное. Ничто не было забыто, все приготовлено, но и при всем том они ничем не воспользовались, хотя многое и в большей мере получили от Бога. Образы, описанные в притче, были знакомы для любого иудея того времени. Ограда виноградника обычно служила живая изгородь из терновника, защищающая от зверей, которые могут опустошить и уничтожить виноградник, и от воров. В каждом винограднике было точило или пресс, состоявший из двух корыт, вырубленных в куске скалы или сделанных из кирпичей. Один был расположен чуть выше другого и связан с нижним каналом. Виноград давили в верхнем корыте, и сок стекал в нижнее. Башня служила для двух целей. Во-первых, как наблюдательная, сторожевая вышка для охраны от воров в пору созревания винограда, а также как жилье для работавших в винограднике. Архиепископ Аверкий Таушев поясняет. Некоторый хозяин, под которым подразумевается Господь Бог, устроил виноградник, под которым нужно понимать ветхозаветную церковь. Обнес его оградой, под которой толкователи понимают закон Моисеев и все вообще учреждения, назначенные для того, чтобы предохранить избранный народ Божий, иудеев, от влияния язычества. Под виноградарями, разумеются, иудейские народные начальники, по преимуществу первосвященники и члены Синедриона. Господь верил им всю полноту власти над еврейским народом с тем, чтобы они потом представили ему плоды своего управления, показали бы, что они воспитали народ так, как следовало в духе закона Божия. Через некоторое время хозяин послал своих слуг, то есть пророков, но виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Именно так поступали с посланниками Божиими начальники иудейского народа. Они управляли народом, не заботясь о его духовном совершенствовании, а преследуя только свою личную корысть и интересы, и потому жестоко избивали пророков Божьих, напоминавших им об их обязанностях. Когда же хозяин виноградника отправил к ним своего сына, то виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник. Пойдем, убьем его и завладеем наследством его». Ефимий Зигобен замечает: «Смотри, с какой обстоятельностью предсказывает будущее. Не убили его как сына Божия, но убили как наследника виноградника, то есть как царя израильского. Видя чудеса, которые он творил, и слыша его мудрое учение, они чувствовали, что это тот царь израильский, о котором возвещали пророки. Но побежденные и ослепленные завистью, они это забыли и вознамерились убить его, и таким образом завладеть его наследством, то есть народом. А потому виноградник и был передан другим виноградарям, то есть апостолам и христианским учителям. Нам же, дорогие братья и сестры, следует помнить, что виноградник Божий – это мы. И как виноградный сад должен приносить обильные плоды, так и от нас Господь ждет жизни, наполненной любви к Нему и стремления приносить добрые плоды христианства, исполняя волю Небесного Отца. Помогай нам в этом, Господь. Благослови, душе моя, Господа, благослови.